Солярия была? Нет. А что ты черная-то вся? Я недавно отдыхала просто. Да? Да. Ну и где ты отдыхала, мать? На Мальдивах. Очень жарко. Ты понимаешь, мы вообще хотели с тобой поговорить о патриотическом воспитании. Даже не знаю, имеет ли смысл это сейчас делать. Ну а ты знаешь, София, какие-нибудь песни про Родину? Гимн России знаю. Гимн России ты знаешь? Ну не весь. А весь и не надо. Возьми, пожалуйста, тогда вот ракушку мальдивскую в руки. Возьми. И спой, пожалуйста, сейчас подними так, чтобы было всем видно. И спой, пожалуйста, сейчас гимн России. От загорелой на Мальдивах девочки. Пожалуйста. Так здравствуй, народный великий союз. Так здравствуй, народный великий союз. На-н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 а. Так здравствуй, народный великий союз. Достаточно. Подруга дней моих суровых. Голубка. Так. Подруга дней моих суровой. Голубка. Блин. Сейчас. А ты можешь сейчас сказать тост за любовь? Да. Бери. Ну, давай, София. Я желаю, чтобы любовь была в каждом человеке, и чтобы она быстро появлялась, чтобы человек быстрее поженился. До дна нужно. Давай. Я не любим. Ой, короткий вопрос. А вот это кто? Студент из Америки. Как ты изменилась, Софи? Что произошло в твоей жизни? В моей жизни произошло, что меня уже чаще стали узнавать. Когда я шла на грузинский концерт, там меня женщина одна узнала в буфете. Узнала тебя? Да, очень. Очень узнала. Обрадовалась? Тебе нравится, когда тебя узнают? Очень. Тем более, когда меня узнают мои знакомые. Ну. Я считаю, что это вообще залог успеха, когда знакомые узнают. Расскажи мне, что такое кёрлинг? Кёрлинг – это вот когда вот такой специальный круг, такой специальный, на нем есть такая специальная ручка. Один мужчина и женщина так ее катят. А потом два человека, один с одной стороны, другой с другой, так смешно моют полы. Вот это кто? Дембель. Откуда знаешь? Они украшают свои костюмы, и потом они радостные, с песнями едут к своим родным. Давай споем эту песню. Уезжают в родные края. Дембеля, дембеля. Дембеля. И куда ни взгляни, в эти майские дни всюду пьяные бродят. А духи, ну, вот, например, когда вот один дембель, дед, он уже хочет возвращаться к себе домой, он лежит на диване, на кровати, и духи его трясут эту кровать, ну, молодые солдаты трясут кровать, одни бегают с ветками вот так вот, и, а те, которые диван трясут, говорят тудук-тудук-тудук. Скажи, пожалуйста, София, у меня к тебе один вопрос. У тебя папа служил? Нет, зато мой дедушка Леня служил. То есть это как бы через поколение так передалось? Да.